потом покажу ей три продукта, которые мне отдала подруга, потому что она избавляется от большой части своей коллекции макияжа. Первое — это палетка от Стила, такая вот розово-сиреневая палетка, которая должна, на мой взгляд, очень неплохо вписываться в мою коллекцию для макияжа. У меня таких теней не так уж и много. Тени от Стила, честно говоря, я от них мало чего слышала. Я даже не знаю, хорошие они или нет. Если вы что-то знаете, дайте мне знать. Палетка называется Empowered in Pink. Здесь двое румян и четыре тени. В общем, посмотрим, поиграюсь я с этим делом. Расскажу вам, что по этому поводу думаю. Далее, праймер от Cargo Activating Face Primer. Решила вам показать, потому что я знаю, что Cargo вышел на, по-моему, российский рынок. Я не знаю, есть ли они в Казахстане, в Украине, в других странах. Не знаю. Или в Эстонии где-то. Но знаю, что, по-моему, в России они появились. Сейчас активно пропихивают свои продукты. Вот она мне отдала этот праймер. Как только... Посмотрим, у него есть цвет? Нет, он такой... Вроде как что-то увлажняющего крема, слегка силиконистого. Как только протестирую, обязательно вам расскажу, что по этому поводу думаю. И крем от Clinique, такой полудекоративный продукт, называется он Pore Minimizer Instant Perfector. Я так предполагаю, что здесь много силиконов, которые должны заполнять поры. И у него такой, да, едва-едва заметный бежевый подтон. Сейчас такие продукты, кстати, становятся очень популярными. Есть нишевой бренд в Sephora. Забыла, как называется, по-моему, Perfect. И есть еще один в Ulta, который примерно такого же плана. Так вот, они вот такие силиконистые, бежевые, плотные крема, которые делают вам абсолютно идеальную поверхность, продают по $40-$60 запросто. Вот у Clinique есть своя версия, очень интересно будет протестировать. Цвет называется 01 Invisible Light. Ну, то есть, да, тут особо цвета нет, он едва-едва заметный беж дает. У меня, к сожалению, часто бывает аллергия, у меня сильно иссушивается кожа от силиконов. Я обязательно протестирую, но мне придется быть с этим аккуратной. Еще одна вещь, за что я люблю Sephora. Если заказывать онлайн и разбивать свои покупки на покупки приблизительно $50, это вам дает возможность бесплатного шиппинга, бесплатной доставки, и на каждый отдельный по $50 заказ вы можете получить себе по набору всяких пробников. Такие вот наборы даются с покупкой не всегда, такие, они приходят и уходят, но всегда приятно. Что здесь у меня интересно? Здесь у меня несколько духов, я просто не хочу вам показывать все подряд. Много ухода, но тут вот есть у меня как минимум один продукт, который вам, возможно, будет интересен, когда я его затестирую. Это люксовый размер пробника от Benefit Stay Flawless. Это Primer Stick. Видите, там такая лилипучка лежит. А вот это я про это вам постараюсь рассказать, потому что размер, мне кажется, достойный для того, чтобы протестировать его, ну, хотя бы раз 5-10. А, праймеры, что у нас здесь еще? А, Glam Glow. Компания раскрутила за счет своих масок для лица, которые дают которые дают почти мгновенный косметический, заметьте, эффект. Они что-то сюда мне всунули, это клинзер у них. Ну, клинзер — это не так интересно. И, опять же, поинты вы получаете за каждую покупку в Sephora. Если накапливаете больше 100, вы можете выбирать себе такие вот миниатюрки. Я себе выбрала крем от Philosophy. Если вас интересует хороший middle market уход, вот компания Philosophy делает обалденные крема. Они, может быть, не такие интенсивные, как, например, мой любимый крем Cytocell Overnight Treatment от Kate Somerville. Но они очень хорошие, они обычно гипоаллергенные, то есть если у вас сухая кожа, чувствительная кожа, обычно кремы от Philosophy, на них всегда можно положиться. С пробниками все, перемещаемся уже к продуктам. Я прикупила себе несколько небольших продуктов, миниатюрах, таких вот именно полуразмерных, там, половинчато-размерных продуктов, потому что люблю тестировать новые марки, люблю тестировать новые продукты, но, во-первых, платить за них полную цену я, конечно же, не люблю, и поскольку у меня много всего, я знаю, что я не совершенно точно не успею использовать все до конца. Тем не менее, быстренько вам покажу вам такой add-on, это продукт, который я просто кинула в корзину, чтобы добить себе заказ до бесплатного шиппинга, до бесплатной доставки, и это CC Ай-крем и консилер. Ой, господи, когда это закончится? И BB, CC, DD, EE-кремы, FF-кремы. Но, тем не менее,
Неплохие были на него отзывы, он шел на скидке за $7, и я его реально кинула, чтобы просто вот уже вот добить вот до нужной суммы. Я удивилась, что мне понравился этот продукт. Он светло-желтоватого цвета, он полупрозрачный, он такой как плотный увлажняющий крем. Я думаю, что для использования как крем для глаз он не подойдет, потому что он не дает должного покрытия. По крайней мере, у меня очень сильные синяки под глазами, мне нужен реально крутой, очень плотный консилер для этих... для нужного эффекта. А увлажняющий крем для глаз у меня уже есть, и мне совершенно не обязательно в него добавлять какие-то там красящие пигменты. Но он дает такое действительно плотное, хорошее, приятное увлажнение. Я думаю, что я буду пользоваться им как легким tinted moisturizer, как таким увлажняющим, тонирующим кремом для лица. Как крем для глаз это полный размер, как крем для лица такой слегка тонирующий, это получается малютка, вот это как раз по мне. В полную цену, нет, наверное, не стала бы я покупать. Вообще, в принципе, у Sephora уходовая косметика неплохая. С каким-то кодом я получила вот такой пробник туши от Баксом. По-моему, у меня был пробник их туши, придающий объем, но у нее была резиновая кисточка, мне это не очень понравилось, если честно. А вот это их новая тушь, обязательно протестирую. Вообще, продукты от Баксом очень неплохие. Компания Баксом принадлежит компании Bare Minerals. И у них есть достаточно неплохие инновационные формулировки, поэтому стоит к ним присмотреться. Их можно купить только в магазинах Sephora. Так что вот это такой бренд, который, если вам интересен, обратите внимание на него в Sephora. Купила я, соблазнилась на скидку, стойкую помаду от Kat Von D. Kat Von D производит макияж такой, знаете, как stage makeup, театральный, можно сказать. Там все супер полного покрытия. Если там тени, то они вот такие. Если тоналка, то она смывает вам лицо. Можно из черненькой стать беленькой. И вот примерно такого же плана у нее есть помады. Поскольку они шли на скидки, за $4 я купила эту помаду. Я соблазнилась, думаю, ну попробую. Ну, интересно, столько слышала. Это красная помада, жидкая, стойкая. Это стейн. Такая вот красная парча. Я подумала, что, наверное, у меня есть такой увлажняющий красный полублеск. Я думаю, ну вот, наверное, вот хорошо бы иметь стойкую красную помаду. Потому что Новый год, не знаю, для какого-то специального видео. За $4. Я ее поносила чисто из любопытства. Вот она слегка металлическая. Это такой плотный крем. Очень красивый цвет, он не слишком металлический. Проблема с ней в том, что она начинает вытекать, и постоянно нужно вытирать горлышко. Это уже явный минус. Я думаю, что, наверное, поэтому она была на скидке. Когда помадка садится, она становится супер матовой. Немножечко высушивает губы. Наверное, где-то через час, через два уже я начала чувствовать. Но в чем прикол? Я вот дам ей сейчас усесться, и вы увидите, что снять ее невозможно ничем. Я походила с ней пару часов, умылась еще раз. Потом, по-моему, я попыталась воспользоваться такими более масляными салфетками для снятия макияжа. Я развезла эту красную помаду на пол лица, но снять ее было практически невозможно. Это было что-то. Я была просто в шоке. Давайте я вам скажу, как называется оттенок. Оттенок называется Hellbent. Компания Kat Von D. Название линейки Foiled Love Liquid Lipstick. Слушайте, это на вынос. Это вот как татуаж губ какой-то, я не знаю. То есть если очень-очень постараться, ее можно размазать и устроить себе красное пятно на пол лица, но с губ она все равно не сойдет до конца. То есть пока я полностью не отшелушила себе губы, снять я ее не могла. Я даже не знаю, хорошо это или нет, но на мой взгляд, наверное, когда уже до такого доходит, наверное, что-то все-таки в этом есть опасное для здоровья, когда она вот так въедается. Но если вам нужен театральный макияж, или вы человек, которому нужно будет перецеловать миллион гостей на каком-то приеме или еще на каком-то концерте, обратите внимание на стойкие жидкие помады от Kat Von D. Еще раз, эта линейка называется Foiled Love Liquid Lipstick. По-моему, она ее переформулировала в этом году, но, по-моему, там примерно одно и то же, просто другие оттенки.
Просто. Я боюсь ее наносить снова. Мне хочется вам показать ее, как она будет выглядеть на губах, но я просто боюсь, что я ее потом никогда не смою. И так и буду. Маша с красными губами с канала о нашем, о главном. А это продукт, за тест которого я ждала очень долго. Меня просто изнасиловали уже англоязычные блогеры с брендом Bite Beauty. Если вы, я не знаю, если вы еще об этом не слышали, слава богу, потому что у меня уже просто вот вынос мозга, я уже даже не могу слышать название этой компании. Это примерно то же, что было с выпуском Lip Stains, по-моему, от Revlon, или Butters от Revlon, что было с выпуском Radiant Powders от Hourglass. Это просто такая вот канонада по мозгам. Какой классный продукт, какой классный. Жить не могу, жить не могу. Боже ты мой. В общем, прошло 2 года с тех пор, как Bite Beauty, по-моему, 2 года прошло, как Bite Beauty появилась в Sephora, и вот только сейчас я наконец-то сдалась, потому что они выпустили вот такие двойные помадки, стоит каждая помадка по $12, я думала, ну хрен с вами, извиняюсь за ругань, ну фиг с вами уже, господи, ну попробую я. Поскольку 2 помадки, $12, кажется, это не так дорого, бог с вами, попробую. Купила себе 2. Вот эту, я думаю, возвращать, потому что очень вампирские цвета, не знаю, чем я думала. Один оттенок более темный называется Scarlet, второй Poppy. Что приятно, эти помадки, это не просто какие-то лимитные цвета, которые потом вы нигде не найдете. Эти помады, если они вам понравятся, вы можете купить полноразмерные от компании Bite Beauty. Продается Bite Beauty в Sephora. Это такой цвет, аж какой-то черно-коричнево-красный. Давайте нанесу его. Еще раз, называется он Scarlet. Это очень-очень темно-красный цвет. А, нанесла я его 1 раз, мне он показался уже очень темным, поэтому я его слегка разбавила поверх оттенком Poppy, который является тепло-красным цветом, но он более все-таки яркий, не такой темный. Видите, такой тепло-красный оттенок. Что я могу сказать по поводу качества? Проходила я с ними 1 день. Вы, кстати, можете видеть на моем инстаграме, по-моему, на инстаграме Синемаша. Это мой 2-й аккаунт англоязычный. Там вы можете видеть меня с комбинацией этих 2 помад. Нормальная помада. Она не супер увлажняющая. Я бы не сказала, что она очень-очень увлажняющая. Хорошо пигментирована, неплохо носится, но вот я как-то не поняла. Я не поняла, а в чем, собственно, прикол? Чем уж они так-то хороши? Ну, помада, ну да, помада. Вы можете мне объяснить, в чем прикол? Может, кто-то из вас лучше понимает концепцию этого бренда. Они раскручивают себя тем, Bite Beauty, что они используют food-grade dyes, то есть их пигменты, которые они используют для придания цвета своим продуктам, они все, значит, их можно есть. Но на самом деле все, что производится в помадах и в декоративной косметике, мы так или иначе едим, и это все можно есть, вы не отравитесь. Я не понимаю, в чем, что полезное, там что, какой-то витамин С, что ли, мы едим, когда съедаем эту помаду. По-моему, это чисто вот такой тупой маркетинг вот для дурачков, потому что если вы съедите помаду L'Oreal, вот точно тот же будет эффект, вот вы съели помаду и съели, это ж не цианид, чем вот эти красители лучше красителей каких-то других, мне непонятно, я пока не оценила. Упаковка матовая, такая пыльно-серая, я не очень люблю такую упаковку, потому что она любит на себе собирать всякие масла и бактерии, и очень быстро продукты такого плана есть, вот у NARS такая упаковка, у Bare Minerals такая упаковка, у Bite Beauty такая упаковка, они очень быстро теряют свой вид и... В общем, я небольшой любитель, они хорошо ощущаются в руках, такие прорезиненные упаковки, только когда они новые. Теперь покажу вам вторую двойку. Здесь цвета немножко более универсальные, у нас здесь более мови цвет, такой пыльный розы цвет, фиг, и более оранжево какой-то грязно-красный цвет дейт. Как раз 2 самых популярных цвета вот этой зимы. Это цвет 90-х, уходящий немножко в грязно-оранжево-коричневый, вот это вот date.
и цвет фиг, пыльно такой розовый. Опять же, все нормально, неплохо пигментированные помады. Я бы сказала, что они мне очень напоминают помады от NARS по своей формулировке. Но они не настолько кремовые, например, как помады от Bourjois Rouge Edition. Они не настолько кремовые, как помады Round Lipsticks от NYX. В плане какого-то гиперувлажнения я бы не сказала, что они что-то такое особенное делают. Что касается стойкости, ну, знаете, как любые другие помады, честно. Я не хочу вас прям так разочаровывать. Я знаю, что многие люди ожидают многого от этих помад, но я как-то так... В чем прикол? Что такого? Что такого особенного в них? Ладно, двигаемся дальше. Прикупил я себе набор от Nest. Нишевая компания, которая производит парфюмы. Мне очень понравилось их такое графическое оформление черного фона, на котором таким как карандашом нарисованы какие-то ботанические какие-то такие вот цветочки, бабочки и так далее. Они выпустили специальный набор к Черной пятнице, весь набор стоил $10. Это я очень даже заценила. Здесь у нас три аромата: Indigo, Midnight Fleur и Dahlia and Vines. Оформление классное, цена замечательная, объем каждого пробника по 6 мл. Все очень даже, все предвещало любовь с первого взгляда. Названия парфюмов тоже такие, знаете, какие-то зашибенские, с фантазией. Индиго, Midnight Fleur, Dahlia. Но это ролики, кстати. Но я их собираюсь, я думаю, я их перелью в распылитель. У меня есть походные распылители. Ну и что могу сказать? Давайте еще раз нанесу, чтобы освежить свои впечатления. Я поносила все три, потестила. Они попсовые, вот серьезно, какой-то попсовые какие-то цветочные ароматы. Когда они немножко расходятся на коже, они становятся чуть более пряными, чуть более мягкими. Но при этом вот для меня они все равно попсовые. Никакого нишевого качества у них нет, на мой взгляд. Там есть те заявленные ноты, что-то вроде индиго или там фига, какое-то фиговое дерево. Оно все напоминает, оно напоминает вот как ароматы от Victoria's Secret что-то вам могут напоминать. Они все какие-то, на мой взгляд, немножко сахарные, немножко синтетические и немножко вот, ну уж явно не нишевые. Вот простите меня, компания Nest и те, кто любит эту марку, но я совершенно не оценила. Я рада, что я купила себе набор из трех за $10. Это хорошее сочетание цена-качество. Но это не что-то, зачем стоит гоняться или делать покупки за границей, там, через каких-то поставщиков или перекупщиков. Большое разочарование. Я думала, что я найду что-то такое новое, необычное, чего ни у кого нет. Я-то думала, что я нашла что-то такое особенное, нишевое. Потому что Джо Малон уже не нишевой, уже везде продается, уже у всех есть. Думаю, ну я вот сейчас, значит, впереди вселенной всей куплю себе и стану большим любителем ароматов Nest. Вообще забудьте. Не знаю. Я не буду даже ничего пробовать у них больше. Как-то три аромата, и все они вот такие сахарные, искусственные, цветочные. Нет, не больше не буду этим даже интересоваться. Далее покажу вам супер-пупер особенную палетку. Особенная на тем, что она была очень-очень дорогая, а стала чуть-чуть подешевле. Это палетка-лимитка от Лора Мерсье. Терпеть не могу покупать лимитки. Я столько их критиковала, уж простите меня. Но она шла на скидке, я давно не покупала себе... Мне стыдно, это неправда. Я хотела сказать, что я давно не покупала себе палеток. Это неправда. Я не так давно вам показывала огромное видео о покупках с кучей палеток от Too Faced и от Sleek. Я не знаю, что на меня нашло. Я покупаю палетки, покупаю. Но я давно не покупала палеток в Sephora. Вот.
Палетка тяжеленькая, на удивление. Я не знаю, что там такого должно быть тяжелого, но что-то в ней есть. Может быть, они свинца туда напихали для ощущения люксовости. Раз люксовая, должно быть тяжелая. Она оформлена в такой вот, знаете, как плащи, которые водонепроницаемые. Вот какая-то такая ткань здесь есть. Какой-то такой тигровый принт. Называется палетка Artist Palette for Eyes and Cheeks. Слушайте, они каждый раз, когда выпускают лимитную палетку, называют ее одинаково. По-моему, это как-то не очень хорошая идея, потому что от каждого года палетки абсолютно одинаково называются. Как их отличать? Я помню, что вот было уже три палетки Artist Palette for Eyes and Cheeks. Может быть, что-то какое-то особенное название все-таки у нее есть? Нет, нету. Так что будем называть это Artist Palette for Eyes and Cheeks 2014 года. Да. Тяжеленькая, как я уже сказала, оформлена она с какой-то такой водонепроницаемой тканью. Здесь, как все модно. Здесь большое зеркало, а на нем лазерная выточка Лора Мерсье. Надо сказать, что выглядит эта палетка реально хорошо. Она выглядит очень качественно. То есть и качество оформления, качество пластика, она немножко намагниченная, вот так она открывается. И вот эта лазерная вычка, это все, конечно, абсолютно неважные детали, по большому счету, да, что касается самого макияжа. Но для коллекционера макияжа, и когда вы платите $50 за палетку, это уже начинает иметь значение. Я эту палетку купила с небольшой скидкой за $42, если я не ошибаюсь. Здесь у нас 8 теней и один. Наверное, самое правильное, как это можно назвать, это цвет для лица. Потому что это шиммерный недохайлайтер, недорумяна, недобронзер. Видите, он какого цвета? Он такого бронзерного цвета, но в нем очень много шиммера. Поэтому что с этим делать, я еще пока не поняла. А здесь у нас еще красивая такая вот вырисовка Лоры Мерсье, не знаю, видно или нет, на вот этом продукте для лица. Очень даже цивильно, приятно получить и в подарок, и для себя, любимый, и для кого-то. Так что, если у кого-то поедут родственники, друзья, или вы собираетесь ехать куда-то, где будут магазины Sephora, если еще есть эта лимитка, могу советовать. Что касаемо оттенков, я уже и все просвочила. Давайте я вам попытаюсь быстренькие свотчи такие накатать. Мне очень понравилось качество теней. Честно говоря, лимитные палетки от многих люксовых брендов, Лора Мерсье здесь не исключение, страдают часто качеством выделки. Вот основные продукты и Бобби Браун, и Лора Мерсье, и, скажем, Диор, они как-то привыкаешь к определенной планке качества, уже как-то знаешь, чего ожидать. И лимитки очень часто в этом плане сильно разочаровывают. Еще поподробнее про нее расскажу. Но пока что качество мне напомнило качество теней MAC. Хороших теней MAC. У MAC тоже не все тени одинаково хороши. Похожи они чем-то на тени Too Faced, только даже вот как-то посиликонистее, что ли, помягче, вот когда вы их касаетесь. Но тут большой вопрос, как они будут тушеваться. А это я вам могу сказать только, когда я уже их нанесу на кожу век. На фотографиях этой палетки оттенки выглядят очень теплыми. На самом же деле они меня удивили. Они не такими, ни как они выглядят на фотографиях самой палетки, ни такими, какими они выглядят, когда вы смотрите на палетку. При нанесении сводчи они как будто бы немножечко видоизменяются. Ну, конечно, в таком освещении нормальных сводчей я вам не сделаю. Но если будет много запросов, я попытаюсь сделать с этой палеткой макияж, если успею, если позволит время, и сделаю вам нормальные сводчи при дневном освещении. Такой общий, первичный, да, первое впечатление, очень хорошее качество теней. То качество, которое я ожидаю от базовых теней Лора Мерсье. Здесь есть сатиновые тени, есть матовые тени. Сатиновые тени не металлические. Я не очень большой любитель металлических теней.
Поэтому подойдут они как и для молоденьких девушек, так и для дам постарше, кому нужно деликатное свечение, а не металлическое. В общем, в большом я восторге от этой палетки. Я удивилась. Я ее купила, честно вам скажу, потому что что-то хотелось. Вот хотелось палетку из Сефоры, хотелось что-то люксовое, поскольку был период скидок. И давно я уже не покупала Лор Мерсье. И при этом осталась довольна. Так что... Оно есть, как оно есть. Давайте я попытаюсь вам сделать сейчас свотч вот этого продукта для лица. Это какой-то странный бронзирующий, хайлайтерный румяна пудры. У нее вот как раз такой, знаете, вот какой-то полубронзирующий, немножко красноватый цвет с очень явным золотым отливом. Вот почему она меня так смущает. Сейчас ее пытаюсь наслоить. Она, в принципе, не очень пигментированная, поэтому я все-таки думаю, что это какой-то странный хайлайтер. Но вот, не знаю, видно здесь или нет. У нее... Нет, наверное, не видно. Придется что-то мне потом вам как-нибудь... Если будет много запросов, то я сделаю сводчи на эту палетку отдельные. Но вот, в принципе, то, как она выглядит в палетке, это оно так и есть. Видите, такой красно-бронзирующий цвет с золотым отливом. Отлив не блесточный, а именно такой вот сатиновый, но немножко уже уходящий в металлик, такой явный есть здесь отлив. Он не очень, не незаметный, он заметный. В общем, не знаю. С этим надо будет еще покопаться. Заканчиваем сагу с покупками. Это я соблазнилась, купила себе такой набор от Дебора Липман. Здесь все малютки. Набор был тоже с небольшой скидкой. Я как-то прям не выдержала душа поэта. Мне повезло купить несколько лаков от Дебора Липман за $10. Это почти 50% скидка от оригинальной цены. Такая удача бывает в жизни раз. А наборы миниатюрок можно вполне себе в Сефоре приобрести в любое время дня и ночи. Здесь вот такие... Мне очень понравилось оформление. Как-то вот я так... И цвета меня зацепили. На этот набор я постараюсь вам сделать свотчи постепенно. Но здесь у нас есть холодно-розовый, такой немножко дасти, немножко пыльно-розовый нюдовый цвет. Здесь есть красивый серовато-зеленый шиммерный оттенок с светло-лаймовым таким зеленым шиммером. Здесь есть грязновато... Вот так, наверное, лучше видно. Здесь есть грязновато-фиолетовый цвет, такой серо-фиолетовый. Здесь есть дуохромистый цвет, который переливается между желто-зеленым и фиолетовым. Здесь есть цвет такой парчи. Ух, по-моему, основной цвет фиолетовый, но отблеск у него красно-оранжевый. И классический такой холодно-малиново-красный цвет. Давайте я вам скажу все названия, если вы захотите, вы можете посмотреть на них сводчи в интернете. You've got a friend, running on faith, fashionably late, you got trouble, this one's on me, stand by your man. И сам набор называется I've gotta be me. Я должна быть самой собой. Давайте я попытаюсь приблизить. Может быть, у меня камера подхватит название. Вот такое наборище, очень красиво, качественно оформлено, опять же, классный был бы подарок, если бы не подарила я его сама себе. Ну, как и самой себе тоже приятно делать подарки, хорошо оформленные. Так что вот, да, рада, что это миниатюрки, потому что, как я вам призналась в предыдущем видео, с лаками у меня, конечно, сейчас сильный перевес, что-то надо с этим делать. Но пока я все не просвочу, от этих я не буду избавляться. Они такие красивые. Мало того, что это люксовые лаки, которые я купила на скидке, они еще такие липопусные. Я люблю вообще квадратные бутылочки, к слову. И, наверное, много раз об этом говорила. Я люблю, чтобы лак выглядел как кубик льда. С каким-то таким цветным, чем-то божественным и таинственным внутри. Так что вот. Фух! Отчиталась. Прошло полночи. Я думаю, пока я еще все это смонтирую, пройдет еще несколько лет. Я буду выкладывать эти видео. Ну вот, такие были ночные бдения с покупками и лаков, и бюджетной косметики, и люксовой,
и чего только, и мега-гига мои скинкер покупки, покупки по уходу. Если у вас были какие-то из этих продуктов, если у вас какие-то есть свои впечатления, предостережения, советы, оставляйте их внизу мне и всем, кто смотрит этот канал. Будет очень интересно узнать, что вы по этому поводу думаете. Спасибо вам большое за внимание. Пойду посплю часа три. Ну и что, желаю вам всем хорошего дня.